Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые интересующие вас вопросы. И мои контакты для записи на личную консультацию внизу под видео. А сейчас, девочки, у вас впереди внезапный поворот. Давайте посмотрим, что за ним. Так, а за ним, девочки, чего-то вы будете добиваться. Или к чему-то стремиться. Скорее всего, добиваться, возможно, отстаивать какие-то свои интересы за этим поворотом. А что за поворот такой? Сейчас посмотрим с вами начало чего-то. Что же за поворот такой вас ждет внезапный? Угу. Ждет вас какой-то успех, девочки. Успех, причем, либо какие-то договора, сделки, контракты, может быть, для кого-то устройство на работу, для кого-то, может быть, какое-то, ну, я тут новое дело вижу, но этому делу будет предшествовать поворот, а поворот этот будет успех какой-то. Вот. И после этого вы начнете, то, с чего вы будете добиваться, собственно, здесь даже не отстаивание границ, вот, а именно будете прилагать усилия для начала какого-то нового дела. Вот что за поворотом. Кроме того, может быть, проясните отношения с вашим мужчиной, да, и ваши отношения пойдут в новое русло. Вот, это что касается отношений. Что касается сферы работы, карьеры, бизнеса, да, то вот успех и какой этот успех будет предшествовать именно какому-то новому делу, новому направлению, возможно, или какой-то новый виток вашей жизни прямо начнется в связи с этим успехом.